Внимание, розыск! У музея ядерного оружия 14 февраля в период с 13 до 17 часов неизвестный водитель, управляя неустановленной машиной, врезался в Volkswagen Polo, после чего с места ДТП скрылся. В настоящее время по данному факту проводится административное расследование с целью установления неустановленного неизвестного водителя. Есть ли у кого-то имеется какая-то информация по поводу данного дорожно-транспортного происшествия, прошу поделиться данной информацией с нашими сотрудниками, инспекторским составом по розыску автотранспортных средств, скрывшихся с ДТП. Сразу две профилактические акции провели сотрудники ГИБДД на минувшей неделе. Первая – нетрезвый водитель. В ее рамках в пятницу и субботу на дороге вышли дополнительные экипажи ДПС. Задержали трех водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вторая акция направлена на проверку работы водителей автобусов. Было выявлено 8 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов. Это нарушение правил пользования ремнями безопасности, управление транспортным средством, имеющим технические неисправности, с неработающим либо отсутствующей карты тахографа. Всего выявлено 146 нарушений правил дорожного движения. 4 водителя задержаны в состоянии алкогольного опьянения. 1 водитель задержан за вождение без прав. 23 водителя оштрафованы за нарушение правил тонировки.